Вы смотрите новости МТРК, мы продолжаем. Республиканская акция «Дорога в школу» сейчас в самом разгаре. За 10 дней масштабного благотворительного марафона меценаты помогли собрать к новому учебному году больше 170 школьников. Не остались в стороне от добрых дел и архитекторы, рассказывает Гульнара Кали. До начала нового учебного года осталось совсем немного времени. Эти красивые портфели с канцелярскими принадлежностями необходимы в первую очередь. Свой подарок от североказахстанских архитекторов Вероника Иноземцева рассматривает с интересом. Школьница любит рисовать, потому рада увидеть в ранце карандаши с альбомом. Сегодня мне подарили цветные карандаши, пенал, дней, ручки. В этом году я хочу пойти в школу, чтобы опять начать учиться. И знать больше. Специалисты управления архитектуры и градостроительства вручили портфель со школьными принадлежностями и Ангелине Дроновой. Не у всех семейный бюджет может выдержать сборы в школу. Канцелярия как бы вся неплохая, но год нам хватает. Думаем, что и дальше нам будут оказывать такую помощь и поддержку. 21 тысяча у меня вот выходит, надо одеть, обуть, покушать дети хотят. В рамках республиканской акции «Дорога в школу» ранцы с канцелярскими товарами получили от госслужащих учащиеся средней школы номер 10. Всем коллективам им собрали 5 сумок. Детишкам, конечно, хочу пожелать, чтобы они хорошо учились и стали достойными людьми нашей республики. За 10 дней республиканской акции «Дорога в школу» помощь получили более 170 детей. На это уже ушло порядка 600 тысяч тенге. Участие в этом благотворительном проекте принимают госслужащие и предприниматели региона. Гульнара Кали, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.